Well, alright guys, welcome to the stream. It's been a while, huh? Kept you waiting, huh? So, it's been a week, and I was trying to figure out how to make time for the another stream, but the time didn't come, so it's only tonight that I found some opportunity to do another one. So what are we doing tonight? I suppose we're gonna explore a number of the worlds in VR chat again, and also I would also like to try another version of the Viva project. That's why I've got this lovely lady taking me to the mansion. Right? And I gotta say, it's a lowly mansion, so I'm not sure what's the update about, so I really hope there's nothing, well, you know, not safe for work, so I'll see about that. Anyway, how's your week? What else is there? Well, I'm still working. I did some part of the job today, and I still have to do another part tomorrow. So the first part of the Sunday is gonna be taken by the private lessons. Five of them to be exact. Well, actually, I would rather forget about that tonight, so we'll see. Anyway, I've got a couple of parcels, and first of all, I've got another the Famicom, but this time it's AV modded, so I suppose sometime in the near future I'm gonna be able to stream a number of games using the real hardware. At least I hope so. Currently the problem is the capturing the composite video, so I'm trying to find something to get the signal going, you know. Yeah, and what else? Oh, привет, Макс. Ты что считал, что моделирование возможно? Это сам. Давай, пока что то разберемся. Моделирование во второй половине стрима будет, короче. Где-то так. Вот. Совсем пропал. Да, да. Я заболеть еще успел, короче. В принципе. Так, сейчас у меня что-то подлагивать пошло. Все, все, но хотя у вас более-менее нормально все. Короче, этот самый. Неделька выдалась жаркая довольно, опять-таки, пришлось много работать, и я просто-напросто пару дней, когда мог бы постримить, я просто падал в там 7 часов до вечера и вставал в 6 утра, короче, на работу. Настолько коробило сильно, короче. Ну и, в принципе, что еще? Вот.
Так как я уже вам сказал, то купил то Famicom, короче, с модом. С AV-модом. Поэтому модом останется разобраться, да, что еще можно докупить, чтобы подать сигнал на карту захвата. И можно постримить будет, короче. Вот. Касательно моделирования, да, там меня эта тема постоянно сейчас он заботит, опять же таки, я до сих пор он хотел разобраться с проектом там по общежитию. Все никак он не лезет из головы просто-напросто уже который год. Поэтому сегодня, я думаю, что то там сыграем несколько игр, а ближе часам к 10 вечера уже попробуем тогда, да, то что-нибудь намоделить. Посмотрим, как пойдет. То просто перерыв, как бы оно это само напрягает немножко. То после перерыва запускать. Ах, блин. Ну что там еще это самое? Там надо будет поставить дополнительно Unity, чтобы можно было под VR-чат замоделить. Потому что то там инструментарий дополнительно наш требуется, как бы, и Unity старой версии. Вот. То так что чехлить. Периодически к тебе он заскакивал, да, то вижу, что проходишь сейчас он God of War. Так что не могу там сказать, что после нескольких десятков раз он пересмотренных то на YouTube на прохождении я еще раз хочу это все пересматривать. Так что то могу только зайти, поставить лайк там и канал оставить на просмотре пока. Вот. А так сейчас, честно говоря, ни черта та делать особо не хочется. Это самое, оно напряжно. Я сегодня у меня 3 урока провел, у меня голос сел просто-напросто, и я решил оставшиеся перекинуть на завтра взять. Хоть как-то разгрузиться. Вот. Тут что там у нас еще? До сих пор еще с котом возимся, короче, лечим. Сегодня я пытался там укол ему сделать. Зараза, там с первого раза не получилось. Я думал, блин, что-то там не так делаю, а оно, блин, у него кожа толстая. Тут пока проткнешь и такое ощущение, что сейчас иголка опять-таки выскочит оттуда просто-напросто. Ужас какой-то. Вот. Что там еще такого? Плечо, короче, травмировал левое. Из-за этого там сейчас тренировки пошли на спад. Но я стараюсь он компенсировать потихоньку другими какими-то упражнениями. Просто проблема в том, что там сейчас у меня уроки плотно довольно стоят на работе. Именно я либо провожу там все 8 подряд, то либо у меня как бы до, ну, примерно там 7 или 6, короче говоря, расписание забито. Вот. И как-то там в тренажерку только раз попал. Там. Или раз, или два, по-моему, за неделю. Паршиво, конечно. Вот. То что там у нас еще? Сегодня он успел только прибраться, немножко дома. То навел более-менее порядок у себя в комнате, типа выкидывал некоторые вещи. Вот. Ну, понятно, как бы, что кардинальных изменений тут не получилось, но я постарался хотя бы с чистотой разобраться какой-то. Вот. Воды питьевой набрал, он сходил, то чуть ноги, блин, не переломало, но там снег сейчас, и когда ты по воду как бы идешь, там горка такая идет, спускаться надо вниз. Вот. И скользко.
Я там цепляюсь, он за забор, короче, кое-как дополз. Набрал. Нет, вернулся назад. Подгрузы маленькие. Да, да, подгрузы есть. Но не знаю, это самое. Я битрейт поставил такой же, как и был до этого. А, кстати, все качества переключаются, нет? Там еще я прочел, короче, в зарубежных источниках. Да, да, некоторые в этом стриме зарубежные жаловались там вчера. На Oculus, короче, вышла этот самый... Тихо. На Oculus, короче, вышло это самое обновление версии там 37 прошивки. Вот. И этот самый, короче, там смысл такой, что есть косячок на некоторых шлемах, изображение становится мутнее, гораздо мутнее, чем было до этого. Ну и пока там Oculus разбирается с этим, я это самое же... Так, можно лампу вырубить? Ну, блин. Тут нельзя, походу, ладно. Проблема с камерой немножко сейчас. Вот. И, короче, это самое, это... Я не знаю, я не могу понять, у меня сейчас это размыто или не размыто. Там, мне кажется, мыло стало. Может быть, не сильно, а ну-ка. Не, ну есть небольшое мыло, конечно, но опять уже. Вот. Хотя тебя вроде протирало очки нормально. И этот самый же. Продлится, я так понимаю, это дело ла, пока не выпустят патч. Потому что то многие там начали жаловаться, так что предупреждаю, если ли там у тебя будет мыло, то придется перетерпеть пока что. Или если ты пока, когда версии Yin37 не обновлялся, то так и понадобится пока что подержать. Пока не выйдет там 38. Вот. Что там у нас делается? Так. Качество только 2 автоном 1008. Так, сейчас во вторник навернулся. С переломов и трещин нет. Но если ушиб, прошел. Ну хотя бы так. Рад, что каких-то там серьезных последствий нет. Вот. Уже которую неделю хотел, короче, что-то стрим устроить по там сборке плойки. Ну, той, которая белая у меня там лежит, да, получается, сзади. Да, не знаю, палец выломают. Где-то там, короче. Где-то там. Но проблема какая-то самая. Я ж перед этим отбелил, как бы корпус нормально, как бы побелел. Так неплохо. А, достал же, что да, получается. Отклеиваю это самое же, что. Ну, заклеиваю логотип, короче, PlayStation, потому что он металлический, а металл разъедается же в растворе. И там он желтое пятно как раз. Но пришлось он снимать этот логотип, короче, класть обратно на там, чтобы оно выравнивалось. Ну и сегодня достал то самое, слегка так видно, как бы еще желтизну вокруг логотипа. Я подумал, наверное, все-таки пускай полежит уже, чем не долежит. Собрать навсегда успею, думаю. Ну, плюс еще, как оказалось, у меня там вторая лампа по ультрафиолетовой отошла, и оно, но все... Практически там всю неделю работал на одной только. Поправил, вроде как поставил обратно, процесс пошел. Ну и там корпус с фамикома, короче, чем старого закинул туда еще отбеливаться. Сараз уже там налил перекись, то надо да, хотя бы воспользоваться преимуществом. Вот.
ты... тут не играю ни во что? А как же God of War? Ты же вроде недавно опять-таки... выкладывал. Вот. И этот самый, короче, запустил... ну, сегодня что-то то Famicom, который пришел с модом. Боже, какая красота. Я доволен. Ну, в принципе, конечно, нам не скажу, что я доволен, что выложил такие деньги за него, но доволен, что тут не придется самудохаться с заказом деталей, с пайкой, с переборкой, как постоянными проверками и так далее. То чувак уже там за меня все запилил, и это качество по картинке вполне себе хорошее довольно. Вот. Так что то надо будет разобраться с захватом. Я хотел достать там штуку под названием Retro Scaler 2X. Вот. Но заказать ее можно только с Алиэкспресса. По расчетам, которые были, она придет, короче, не раньше марта. Вот. Как-то плачевно, знаешь ли. Можно, конечно, заказать, но я думаю, наверное, все-таки подожду, пока у меня появится побольше деньжат, и это сам тогда уже закажу там оттуда, там сразу там все, что я хотел. Что еще? Пытался закупить он штуку под названием этот самый Game Boy Player. Вот. Так, сейчас у меня на секунду что-то все упало как-то. Подгрузы частые. Так, сейчас давай смотреть, значит, что можем сделать. Ну, меня показывает, что тут дропы сейчас идут, короче, по кадрам. Давай тогда поставлю битрейт где-то на 6000. 6000. Оп. Так, понизил битрейт. Так, сейчас. А, ты про VR говорил. Не знаю, что делать с чужим аккаунтом Xbox 360. Игры профуканы. Да и хер с ними, господи. Ты ж можешь отдать в Москве Вен туда ж. Куда это самое? Егору отдавал свою консольку. Вот. На моддинг. Да пускай ее прошьют, и ты сможешь он спокойно играть, короче, че в пиратке, качать образы и все. И тебе тогда, да, тебе аккаунт,